концерт называется «10 успешных детей Верхней Пышмы» и организовано с целью популяризации детского творчества. Мы хотим продемонстрировать таланты и навыки детей, показать и отметить их успехи, пропагандируя таким образом детское образование и развитие. И у нас сегодня 4 номинации и 17 участников. И пришло время их представить. Итак, внимание, номинация «Спорт». Саримов Кирилл, 11 лет. Сунташина Радмила, 13 лет. Сараева Ирина, 11 лет. Озерова Екатерина, 11 лет. И Лускякова Светлана, 14 лет. Хочется сказать еще об одном ребенке, которому сегодня нужна наша с вами поддержка. Это Ксюша Сокольникова. Наверное, все уже знакомы с Ксюшиной бедой. На сегодняшний день девочка находится в Израиле. Мы тоже хотим помочь Ксении, поэтому вырученные деньги с сегодняшней ярмарки и от продажи билетов на этот концерт отправляются в фонд помощи Ксении. Давайте поаплодируем и тем самым в наших сердцах поддержим Ксюшу. Ну что ж, пришло время торжественно начинать наш концерт. Мы приглашаем на эту сцену следующую участницу проекта. Яковлеву Софию. Аплодисменты! София, выходи скорее к нам и рассказывай, как сегодня у тебя с настроением. Замечательное настроение, надеюсь? Да. Ну расскажи, ты как настроена? Ну, все хорошо, не переживай ни капельки. Ну, это здорово. А скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какая-нибудь заветная мечта? Расскажи нам о ней. У меня, я хочу первое место занять в первенстве России и стать первой ракеткой мира. Это достойно аплодисментов. И последняя удивительная участница в номинации «Спорт» Лесникова Яна.
нравлюсь. Кирилл Сергеевич зовут. Я девчонкам очень нравлюсь. Говорят, красив, не врут. Я на конкурсе впервые, но ни капли не боюсь. И за честную победу по достоинствам сражусь. Родиться мужчиной мне повезло. Быть сильным и стойким всем бедам назло. Пока что я в школе простой ученик, но двойками мой не испорчен дневник. Я подойду, ладно? Ян, скажи нам, пожалуйста, сколько в среднем длится твоя тренировка? Ну, примерно часа 3-2. Замечательно, да, отлично. Вот сейчас мы глянем, да, в глаза всех, кто здесь собрался. Что бы ты хотела сказать, может быть, своим ровесникам или подрастающему поколению, которые, может, не так сильно увлекаются спортом, как ты, может, увлекаются чем-то другим, но это не важно. Скажи что-нибудь, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать им, чтобы они тоже занимались, чтобы они не сдавались. Если у них что-то не получается, они старались, делали это. Несмотря на какие-то преграды, удачи им всем. Даже кто не занимается спортом. Ну да. Молодец, какие интересные слова. Кто не занимается спортом, ребята, просто удачи пожелать можно. А можешь еще вот... Да? Да. Сунташину Радмилу. Волнуешься? Давайте спросим, какая у нее мечта? Моя мечта стать учительницей по изобразительному искусству. Отлично, давайте поаплодируем. Ну а мы хотим пригласить следующую участницу в номинации творчества Сараеву Ирину. Ирина, выходи, пожалуйста, к нам, поделись своим хорошим настроением, и нам уже не терпится посмотреть твой ролик. Наверное, сразу и приступим? Ну что ж, следующая участница номинации творчества Озерова Катя. Встретили? Поддержали аплодисменты. Творчество Бострикову Светлану. Светлана, выходи к нам, пожалуйста, поддержи Свету аплодисментами. Пройдет то время, где было тяжко, грустно и ненастно. Но все забудь, из памяти сотри. Все лучшее еще впереди. Может, грустью боль. Счастью это или грусти, решать себе, как жить. И чтоб прошлое не ворошить, нужно сегодняшним днем жить. Я люблю тебя жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с тобой устала. Я люблю тебя жизнь и хочу, чтобы наших участников номинации «Музыка и вокал». И первым мы приглашаем на эту сцену Исламову Олесю. Собираются в чужие края, только мне милее сердцу родимая, ненаглядная Россия моя.
Итак, следующий участник номинации «Музыка и вокал» — это Колчин Никита. Никита, выходи к нам сюда. Есть и самая маленькая участница, ей всего 2 года. Она очень любит петь и танцевать. Давайте все вместе ее поддержим. Киреева Евгения. Жень, привет. Мне надо спеть. Я люблю за пешеходы по лузам. Понятно, пой. Давайте поаплодируем Женечку. Волнуешься? Да, волнуюсь. Но у тебя все будет хорошо. Держи, он счастливый. Hey!
разучился любить в играх, он украл тебя навсегда. Разучился сам в играх, разучился считать доска. Разучился любить в играх, он украл тебя навсегда. Следующая участница нашего проекта Галимзянова Лада. Она очень волнуется, поэтому ваши аплодисменты будут для нее безусловной поддержки. Алексей. Еще
классов Кириллу,